Так, ребята, мы уже дома. Мы уже дома. Ой, добрались. Тут собачка стоит. Привет. Привет, красотулечка. Что ты так на меня смотришь? На меня собака очень подозрительно смотрит, глянь. По-моему, я ей не понравился. Какая лапка. А, Евгения понесло, пиздец, по наклону, он взял все клубники белые в шоколаде, гляньте, одна осталась. Потом он хотел вот этот торт взять с молотком, тут разбиваешь, там вытекает всякая хуйня. В итоге мы взяли... где меню? Сейчас я вам покажу. Вот эту вот мы хуйню заказали, две штуки. Боже. Любишь сладенькое? У тебя жопа слипнется. Мне вот в детстве говорили, жопа слипнется. Вот. У них на самом деле выбор очень крутой. Если вы сладкоежка, гляньте, сколько разных блинов. Что тут только нету в вафле. Собачушку уводит тетя. А собачушка? Получается, Женя потратил 19 баксов на клубнику в шоколаде. Я, кстати, ни разу не ел, сейчас попробую. Вот такие вот ценные.